мясной мост через Псикус был построен предпринимателем несчастным. Когда он устроился, было нелицелое разбирательство судебное по поводу этого моста. Заявлялось, что мост портит миграцию рыбам и так далее, и так далее. Сейчас, благодаря этому мосту, стало гораздо больше отдыхающих и приезжих в Горячем Ключе. Сейчас мы видим источник сероводородный, теплой воды. Сюда приезжают люди и принимают ванны сероводородные. Что самое интересное, этот источник совершенно бесплатен. Поэтому нужно все лишь занять очередь, вычерпать воду грязную и начать купаться. Совсем недавно была большая вода, выпадали серьезные осадки, поэтому вода нанесла много илу и грязи, и поэтому сейчас источники ванна грязные.